трактор такой, новый абсолютно. Ну просто не смотрите, что грязно, она просто в складе пильного. Вот видно, что он не езженный. Вот кряз такой. И на капоте то же самое. На крылечке то же самое. Просто стояла на улице, потом склад загнал. Даже видно, телега не одевалась. Ну, новый трактор с налета. Что теперь про него сказать-то?